В Шадринске современные рыцари встретились на втором открытом городском первенстве по мечевому бою. В состязании, проходившем на базе станции юных техников, участвовали представители двух городов – Шадринска и Екатеринбурга. Турнир проходил в номинациях от 8 до 15 лет. Также деление было на Лигу А, где участниками стали призеры различных чемпионатов, и Лигу Б, где собрались новички. Всего за победу боролось порядка 30 юношей. Сейчас будут финальные бои в категории 12-13 лет. Это самая горячая категория, потому что в ней участвуют призеры чемпионатов России из нашего города, из города Екатеринбурга. Потому что Шаихов Григорий из города Екатеринбурга – это бронзовый призер чемпионата России в Лиге А. А Проворов Кирилл – серебряный призер в Лиге Б. А Волчихин – чемпион России в Лиге Б. То есть три достаточно очень сильных противника. И к ним еще отобрался Понькин Кирилл, который тоже участвует на всех турнирах и очень близко к ним. То есть будет интересный, захватывающий бой. Как отмечает Дмитрий Семенчуков, первенство не было статусным, но явилось хорошей тренировкой для спортсменов, которые пришли в клуб в начале сентября. Однако в скором времени они смогут поучаствовать в отборе на чемпионат Уральского федерального округа по современному мечевому бою. В дальнейшем в январе планируем провести чемпионат области по современному мечевому бою здесь же у нас, тоже открытый. Вот. И в феврале поехать на чемпионат Уральского федерального округа, а в апреле, ну, если отберемся на чемпионате Уральского федерального округа, поехать на чемпионат России. Такой вот у нас годовой цикл мероприятий. Ну и кроме этого, планируем содействовать с другими регионами. Планируем, что к нам на чемпионат области в январе приедет город Тюмень. В итоге результаты сложились следующим образом. Победителем в самой младшей возрастной категории стал свердловчанин Владислав Макардин. В средней возрастной группе в Лиге Б первое место заняли шадринцы Евгений Мурзин и Максим Симкин. В Лиге А лучше всех себя показали Илья Маткин из Шадринска и Григорий Шаихов из Екатеринбурга. Это энергичный как бы вид спорта. Много сил тратится. Ну, то, чтобы удар там нанести после каждого боя, там, ну, трудно. Чемпионат мира по СМБ. Он проходил в Белоруссии, город Минск. Третье место занял. И давно ты занимаешься? 3 года. На самом деле поднялся, потому что когда я пришел, я был больше. Я был толще. Приготовились, садитесь. Судьи, внимательнее. Бой.